Совет ветеранов города Заволжья Низовода поздравляет всех жителей нашего города с 75-й годовщиной Великой Победы над фашизмом. Редеют ряды наших ветеранов, но крепнет наша память. Это удивительно, что люди помнят столько лет о той Великой Победе. Наши дети, наши внуки, правнуки вспоминают великий подвиг отцов, дедов, матерей, бабушек, читая их письма, перебирая их ордена и медали, вынося портреты на улицы великих героев, которые удивили весь мир своим мужеством, своей стойкостью в этой великой победе. Поэтому я желаю всем от мала до велика, как говорят в мире, хранить эту великую память о наших дедах, отцов, матерей и бабушек в своих сердцах. Дай Бог всем здоровья, памяти, благополучия в ваших семьях. С праздником! Уважаемые ветераны и участники войны, труженики тыла и дети войны, уважаемые жители и гости нашего города, от всей души поздравляю с великим праздником Победы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Добрый день, уважаемые заволжане. Хотелось бы вас поздравить от всей души с Днем Победы, 75-й годовщиной Великой Отечественной войне. Этот праздник для нас является трагическим и скорбным. Но в то же время это великий праздник, который спас нас от фашизма. Хотелось бы вам пожелать светлого и мирного неба и надеяться о том, что завтра оно останется таким же светлым и ясным. Дай Бог вам всем здоровья. Война закончилась, и пушки отгремели, и годы сгладили великую беду. А мы живем, и мы опять весну встречаем. Встречаем День Победы, лучший день в году. С праздником, дорогие земляки! Радости, добра, любви и мирного неба вам над головой. Будьте счастливы и радостны. С праздником! В этот великий день хотелось бы прежде всего поздравить наших ветеранов. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, прежде всего хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, доброты, тепла, заботы ваших близких. Вечной памяти славы тем, кто не вернулся из этой войны. Низкий поклон вам за ваш героизм, стойкость, за ваш бессмертный подвиг, за вашу великую победу. С праздником вас, с Днем Великой Победы! Уважаемые ветераны, солдаты, матросы и труженики тыла, поздравляю вас с годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Мы в неоплатном долгу перед вашим героизмом, мужеством и преданностью к Родине. Чем дальше после 9 мая 1945 года, тем больше пытаются фальсифицировать и переврать историю. Наша задача – не допустить возврата кровопролитных войн, геноцида и фашизма. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на полях войны. Вечная память. Спасибо за победу, спасибо за жизнь и свободу. Уважаемые заволжане, примите самые теплые, самые искренние поздравления с великим праздником, с великой победой, 75-й годовщиной победы русского народа над фашизмом. Вечная память тем, кто отдал жизнь за наше будущее, за свободу, за мир. С праздником Победы! Уважаемые ветераны, уважаемые труженики тыла, уважаемые земляки, заволжане, от всей души хочу поздравить вас с наступающим праздником 9 мая, пожелать нам всем терпения и благополучия в наших семьях, в наших домах, в нашем городе, в нашей стране. 9 мая – праздник, с одной стороны, трагичный, с другой стороны, радостный. В этот день все в 1945 году узнали, что наконец-то великая и страшная война закончилась. Поэтому еще раз всех с днем 9 мая. Всего хорошего от души. Уважаемые ветераны, с чувством огромного
уважение к вам. Хочу поздравить с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне. Вы прошли тяжелый путь страданий, боли, смертей. Благодаря вашему незабвенному подвигу сегодня мы имеем возможность жить на этой земле, радоваться друг другу. К сожалению, в этом году не получится вместе с вами пройти у вечного огня. Но тем не менее, мы все помним ваш великий подвиг. Мы относимся к вашему подвигу с огромным уважением, с огромным чувством долга перед вами. Большое вам спасибо! С праздником Великой Победы!